Good morning. Thank you for coming. I want to thank you to the organizers for inviting me already for fourth time for the SQA Days. I feel already like at home. This is first time in, for me in the SQA Days Moscow, but I have been in St. Petersburg and Minsk. Today we are going to talk about some boring technical stuff. And I know it's a bit hard to talk a lot of technical stuff without live coding. And I have more than 8 years experience in the automation. And I'm trying to automate everything, but not the stuff that are not that they don't need automation. So this is the shadow today. Like generally, who is using Selenium here? Yeah, nice. Who is running them on continuous integration? Who is running them in a single thread? Oh, who is running on a parallel? Cool. So, today I will just start from the place that you know what is a Selenium, what is doing. So, but if you have any question regarding that one, so later we can discuss about like basic and the starter level stuff. But today we will imagine that we already have stuff. Just we need to speed it up, run in parallel. So for that reason, we'll talk about по этой причине будем говорить о Selenium Grid. Будем говорить о том, что такое Docker Selenium, как конфигурировать Selenium Grid в Docker контейнерах, хранилище Docker, как можно сделать параллельное тестирование, и также покажу какие-то простые инструменты, простые возможности, как провести это быстрее, как сделать. А знаешь, что такое Docker Compass? При помощи Docker Compass это можно делать быстрее. Если мы что-то создаем, то в какой-то момент придется это обслуживать, правильно? Поговорим о том, как можно убрать баги из тестов, как можно провести тестирование в Docker-контейнере без багов. Также поговорим о Selenium очень. Знаешь, что такое Selenium? Ну, я об этом тоже буду говорить, что такое Selenium. Sauslab, BrowserStack. Ну, об этом тоже поговорим. Мы постараемся оставить время для вопросов в конце. И опять же, если не дойдем до части вопросов, то я остаюсь здесь на эти два дня. Если есть какой-то срочный вопрос, то, пожалуйста, прерывайте меня, потому что самые лучшие вопросы обычно бывают в середине презентации, а к концу вы их уже забудете, поэтому задавайте сразу. Зачем вообще проводить тестирование параллельно? Есть причины, которые я взял из информации, которая мне доступна. Параллельное тестирование, единичное тестирование, это слишком медленно. Я разговаривал с разными людьми, и они говорят, что это проводится 8 часов, 24 часа это занимает. Но нам нужна быстрая обратная связь по любому изменению. Параллельное тестирование дает нам возможность тестировать, то есть проводить тестирование в определенной конфигурации, в наборе конфигураций. Это означает, что у нас могут быть разные комбинации браузеров, разные версии операционных систем, их можно проводить параллельно, просто для того, чтобы сэкономить время. Самая важная причина — сэкономить время. То есть сократить время тестирования. Когда мы сокращаем время тестирования, мы экономим деньги. Это, не, может быть, не наши деньги, а деньги компании, но если мы их сэкономим, то будут какие-то преимущества, я так полагаю. Это позволит нам провести тестирование разных комбинаций операционных систем и браузеров. Это даст нам больший охват. Это даст нам быструю обратную связь. А это самое важное для автоматизации. Нужна быстрая обратная связь для автоматизации, вместо того, чтобы потом узнавать о проблемах и потом что-то исправлять. Когда уже поздно. И меньше тестирования вручную. Тестирование вручную будет это не так эффективно, но это очень важно, и это идет после автоматического тестирования.
Но есть и недостатки Selenium Grid. Один из недостатков, например, Selenium Grid, эффективность слишком низкая, производительность маленькая. Если мы проводим большое количество тестов, то нужно будет много нодов. Если вы не знаете, что такое нод, то мы об этом тоже поговорим чуть позже. Параллельное тестирование, само по себе, вот эта вот настройка, это требует много ресурсов. Начиная с первого тестирования, тесты должны быть независимые, тесты должны не зависеть друг от друга. То есть каждый тест должен иметь возможность жить отдельно, без других тестов. То есть никакой связи между этими тестами не должно быть. Нужно убрать всю связь между разными параллелями тестов. Тесты должны быть независимы, параллельно. То есть они должны работать именно параллельно. В случае большого количества тестирований, например, я работал с одной компанией, где было 6000 тестов, и мы их провели за 45 минут. В таких случаях нужно будет разделить все это на маленькие части и проводить их на разных машинах. Это создает еще одну проблему. Если мы проводим тесты отдельно, то потом будет очень сложно собрать все данные, всю информацию из этих тестов и проанализировать их и создать отчеты. Это будет очень сложно. Также в Selenium Grid код, программа идет из одной машины, а тесты проводятся на других машинах, там, где браузер. И для нас это сложность. Сложность загружать файлы, сгружать файлы, потому что ресурсы на одной машине, а затем их загружаем на браузер на другую машину. Я постараюсь предложить решение на все эти проблемы и недостатки, но если у вас есть какие-то другие проблемы, то вы можете мне об этом тоже сказать, мы их обсудим. Selenium Grid, что это такое? Вы когда-нибудь использовали Selenium Grid? Проводите параллельные тестирования? Использовали когда-нибудь? Есть длинные тексты, вы не обязательно читать. Можете потом его прочитать, когда у вас будут слайды. Есть слайды, на которых много информации, и здесь будет ссылка, и вы там сможете найти презентацию и прочитать подробно мои слайды. Там больше будет еще документов по поводу того, о чем я сейчас говорю. Но в целом Selenium Grid — это умный прокси-сервер. Он проводит, он берет тесты про этих нодов, а затем получает информацию. Это действие обычно идет от хаба, это наш хаб. Это его ответственность. Вот это ноды, хабы получают запросы о том, что нужно сделать. Они получают их в определенном формате, затем они их отправляют в ноды, и затем ноды. Нод — это то место, где находится браузер. На браузере проходит тест, а затем фидбэк возвращается. Я не хочу вам давать много какой-то технической информации, чтобы просто не запутать вас, но обычно вначале можно вспомнить, что когда мы говорим Selenium Grid, то можно представить себе хаб и ноды. И ноды могут быть с разными операционными системами и с разными браузерами. Если говорить точнее, если взять конкретный случай, у нас есть хаб, который направляет запрос на тест. У нас есть удаленно приходит информация на нод, и там указывается, какой тест идет куда. И ноды, нод — это то место, где установлен браузер. Он не регистрирует себя в сети, затем получает запрос от хаба и реализует запрос от хаба, исполняет его. В этом случае у нас есть один Selenium Hub и три нода. Chrome и три нода с Firefox. Когда мы говорим Docker Selenium,
Это, вы знаете, что такое докер, да? Докер — это контейнеры, и в контейнерах там определенная информация. Когда мы говорим контейнер, это означает абсолютно то же самое. Хабы в одном контейнере, и каждый нод живет в своем контейнере. В каждом контейнере может быть несколько сессий. В этом случае я представляю только одну, где каждый контейнер... К каждому контейнеру относится один браузер. Ну, здесь простая такая система. Официальный комитет по Selenium, который проводит Selenium, они ввели 5 таких имиджей, 5 изображений, которые публикованы на Docker Hub. Это хаб Selenium. То есть, если вам нужен хаб, то вы можете его ускорить. Firefox, Chrome и два изображения по багам. Баги Firefox. То есть там есть порты, и можно подсоединить и посмотреть, что будет происходить. Это с точки зрения Selenium. Все, что у нас есть, официальные изображения. Далее мы будем говорить о Selenium, потому что его легко использовать и поддерживать. Selenium. На самом деле, Selenium — это открытый источник, открытый проект. Он создан людьми из Zalando. Может быть, вы знаете, что это? Раньше это была самая успешная часть в Германии, похожа на Amazon, но европейская версия Амазона. Это онлайн-магазин, и технические ребята из Zalando взяли идею проведения тестов параллельно и создали Selenium, это комбинация Zalando и Selenium. Что они сделали конкретно? Они сделали Selenium Grid более умный. То есть не нужно будет регистрировать ноды. Ноды автоматически сами регистрируются. И будет гораздо проще увеличить скорость и уменьшить скорость. Что такое Selenium? Он динамический. Он использует те же самые изображения, они основаны на Docker Selenium, и их легко использовать с текстом. Если задать вопрос, зачем нам использовать Selenium, это потому что Selenium Grid очень сложно поддерживать, очень сложно обслуживать, а Selenium позволяет нам очень быстро устанавливать систему и проводить тесты быстро. Понятно ли, о чем я говорю? Хорошо. Selenium есть дополнительные фичи, которых нет в Selenium Grid. Одна — это тест статус и шаги этапов. Можно напрямую видеть сразу. То есть нажимаешь на кнопку, и сразу видишь, на каком этапе находится тест в Docker. Визуально можно это увидеть. Есть аутентификация, защита сети, безопасность. И вот третий пункт. Можно увеличить объем. Можно переводить объем через контейнеры. Будет четкая видимость, четкая прослеживаемость. Можно загружать, то есть переводить из одного контейнера в другой, с одной папки в другую. Вот эта проблема здесь решена. Вот это диаграмма Selenium-Selenium. Она очень похоже. Здесь смарт-прокси. И попозже расскажу сегодня, что такое смарт-прокси. И помимо Selenium Test у нас есть и хаб, нод здесь. И вот здесь у нас прокси-сервер стоит, докси Selenium. И также у нас есть браузер и, ну, все, что нам необходимо из интерфейса. Я уже вам сказал, что официальная поддержка грида организуется через Firefox, и что если у вас, что если вы хотите использовать Windows, да, большинство пользователей используют Windows. В данном случае
So in this case, it's coming the importance of the особенно видно, насколько важны вот smart proxy, которые вот видите здесь находятся, да. То есть я, например, если хочу запустить этот тест на платформе Windows. Эти тесты, они могут реализовываться на облачном хранилище, и если, например, у вас не Unix, и, соответственно, не Chrome и не Firefox, то вас переправляют именно на ту систему, которую вы используете. Это очень эффективно, потому что то, что мы создали у себя, это достаточно дешевый вариант, это гораздо дешевле, чем отсылать это еще куда-то. То есть, если мы хотим запустить наш тест в среде, которую мы можем создать, мы это сделаем. А если мы не можем, то тогда это направляется через SOSLAB, и это уже делается непосредственно на той платформе. Итак, как... То есть это все была такая теоретическая часть, которую вам хотел рассказать, показать. А теперь мы чуть-чуть более практически посмотрим, как мы, собственно, делаем эти процессы. В конце я дам вам несколько ссылок, с которой вы можете скачать теоретическую информацию. Ну, по сути, я вам основную рассказал. То есть, и потом вы можете по ссылкам найти информацию по Selenium, почитать сами. Там информации достаточно много. Но главное, вот два основных... два основных элемента. И вот такое... вот такие ссылки, где вы можете получить информацию про хабы, про ноды, и вот так это примерно выглядит. Все очень просто. Вы просто... Вот это у меня есть в компьютере уже загруженное, поэтому все получается быстрее, чем, ну, у вас, наверное, будет, когда вы попробуете. Но, в общем, вы загружаете все слои, которых не, у вас пока нету, да? Вот, это первое. И второе, оно пока загружается, подождем. Но когда у вас уже в своем компьютере будет два докера, вы запускаете вот эту длинную команду, которую я вам показывал, и она загрузится у вас в порт 444, это все, собственно, что нужно, чтобы запустить Git. Вот эта команда. Если помните, я вам рассказывал про файл Docker Composer. Для... То есть, ну, тут не очень информативная такая картинка, но, в общем, этот файл находится в репозитории DocHub, который я вам показывал. То есть тут вы собираете все CM-ки конфигурационные и записываете в свое хранилище. И вместо того, чтобы запускать вот эти длинные команды, вы просто запускаете вот эту команду маленькую, create, создать, и она создает все, что вам нужно. Все конфигурации, все, что у вас в файле Docker Composer есть, все оно создаст. И затем вы идете в браузер на локальный хост 444, и здесь у нас вот grid уже, и мы можем сделать... тесты запускать. Очень-очень просто все. Главное, чтобы у вас вот эта базовая конфигурация уже была, и потом все просто. А как мы, собственно, тест делаем? То есть понятно, что у нас есть этот докер, все там готово, все, предположим, у нас загружено. Что мы, собственно, делаем? Если мы выбираем Chrome или Firefox, какой-то из этих браузеров, каждый раз, когда вы проводите тест, например, если вы используете Java, то запускаются специальные драйвера, которые находятся в Chrome, да, то есть вам они необходимы. Тут все по-другому. У нас мы создаем удаленный веб-драйвер, и мы выбираем
То есть мы выбираем его как бы версию. Это может быть Chrome или Firefox, но по умолчанию оно идет как Unix. То есть давайте посмотрим, как мы конфигурацию сдаем. То есть мы выбираем Remote Web Driver, который на локальном хосте 4.4.4 находится. Когда мы создаем этот драйвер, он регистрирует нод в Selenium и открывает там браузер внутри докера. И сейчас, вот, смотрите, это ноды, с помощью которых вы запускаете команду, которая, в свою очередь, запускает тест Selenium. И смотрите, вот эти иконки, они становятся серыми. Это означает, что браузер открывается как нод, и в предварительном просмотре, который можно только в Selenium сделать, вы можете увидеть, как открывается ваш браузер внутри хранилища докера. И позже я вам подробнее расскажу о том, как это все делается. Вот, смотрите, тесты начались. Я вам приведу пример с GitHub теста. Это был уже шестой тест, который принялся через эту среду. То есть, ну, можете, в принципе, поиграть с этим хранилищем, посмотреть, как оно работает. Ну, вот шестой тест буквально через секунду уже закончится. Шестой из тех, которые мы делали. И также я вам говорил уже про VNC. У меня почему-то так получалось, что в докере Selenium у меня многие тесты были с отрицательным результатом. И что мы в этом случае делаем? Мы указываем точку данные, где находится баг. Ну, вот оно у нас открылось. Мы попадаем внутрь раздела для устранения багов. И здесь мы кликаем по интерактивному VNC. Открывается браузер. И интерактивные. И здесь вот, как видите, интерактивные данные у нас представлены. Как вам это нравится? Мне очень нравится вот эта функция интерактивная. Следующий момент — это Source Labs. Source Labs, он не бесплатный, это платная платформа. Ну, это такой недостаток, понятно, но с другой стороны, Source Lab — это что-то, платформа, на которой можно делать разные очень полезные вещи. И я покажу вам несколько примеров, как это, как ее можно использовать. SourceLab — это то, где находятся браузеры в хабе. Если у вас есть SourceLab, нам не нужно производить конфигурацию, вот, о которой я вам рассказывал до этого. Все это уже необходимо. И получается такой эффективный вариант, особенно когда мы сочетаем SourceLab и Selenium. Это идеальное сочетание цена-качество. SourceLab — это, ну вот, ссылка на SourceLab, там вся информация по SourceLab, все данные. То есть я тут на слайде все скопировал оттуда. То есть вы можете туда зайти и посчитать. Это реальный браузер в облачном хранилище. Если вы используете Opium, если вы пытаетесь автоматизировать свои процессы, то там есть и поддержка и Opium, и реальных машин, и эмуляторов, виртуальных машин. Также вы можете писать свои тесты на любых языках, соответствующей конфигурации. Также вы можете сэкономить время на запуске вашей среды. То есть, если мы используем локальную среду, то нам нужно регистрировать ноды обычно, а здесь уже все зарегистрировано с самого начала. То есть вы просто запускаете его и сразу получаете результаты. Регистрация не нужна. Значит, как это работает? Вот у вас скрипты ваши тестовые, вот приложение тестовое, и вот облако SourceLab здесь. И здесь у нас различные, то есть более 400 сочетаний браузеров с операционными системами. Вы можете их выбрать, то, что вам нужно. Вы запускаете тест, вот соединение здесь устанавливается, данные отсылаются на облако, и результаты приходят в виде ответа вам назад с облака. И в этом случае, если вы хотите запустить браузер SourceLab или тест, например, вы хотите
использовать, значит, браузер, он Edge, потом Windows, и, в общем, вы собираете такую, как конструктор, комплект, выбираете то, что вам нужно, и создаете удаленный драйвер. Ну, в прошлом случае у нас был там локальный хост, а в этом случае у нас юзернейм, ключ доступа, и затем SOSLAB. Ссылка на SOSLAB, и все. Это все, что нам нужно. И затем запускается тест SOSLAB, как это происходит. То есть мы берем фрагмент кода, который я вам уже показывал до этого, и затем открывается браузер, вы открываете ваш SOSLAB, там порт выбираете, и дальше автоматический тест. Он происходит автоматически. И что хорошо, да, вы кликаете по тесту, открывается видео, и вы видите в реальном времени, как в браузере, в SOSLAB, собственно, в настоящий момент проходит тест. То есть процедура вам видна, визуализируется. Это очень удобно. И какое преимущество сочетания вот этих двух решений? Selenium и SOSLAB, я имею в виду. Когда мы их используем вместе, как я уже говорил, то если есть возможность создать браузер в вашем локальной среде, там у вас в офисе на машине, вы можете запустить его в этой локальной среде, но если вам нужно запустить тест где-то на конкретном Windows на Edge браузере, то оно автоматически пришлет все это на сервер SOSLAB. Вот то, о чем я вам говорил. Вот это автоматическое перенаправление на облако, да? Вот это сочетание, о котором я говорил вам. Значит, как это, собственно, работает? Мы создаем среду для имя пользователя SOSLAB, и затем ключ доступа. И все это экспортируется вот туда. Затем мы запускаем команду. Ну, главное, чтобы вы передали те переменные, которые SOSLAB может интерпретировать, понять, считать. Да? И затем у нас grid, вот эти наши ноды, которые создаются в нашем локальном сетке, локальной гриде. И затем вот SOSLAB наш, который уже сконфигурирован был до этого. И на моем аккаунте у меня доступ к 10 браузерам. Я могу выбрать то, что мне необходимо. И вот Chrome, так, ну, Chrome как для среды Unix адаптированный. Мы запускаем тест в Chrome в этом и видим, что вот открывается 6 окон. И если есть возможность работать с этой средой, с локальной, то мы переходим сразу в локальную среду, и мы можем видеть в живом, в режиме реального времени, как происходит ваш тест. То, о чем я вам говорил, это видео. И вот что, собственно, происходит, когда мы запрашиваем браузер? Если мы выбираем браузер, который наш хаб, наша среда не может создать, да? Например, Chrome, но на Windows 7, да? Вот такой вариант. И в этом случае мы... Наша среда знает, что она создать этот нод браузера не может, и оно ссылает это все на SOSLAB. Вы запрашиваете Chrome на Windows, запускаете тест, и поскольку у нас в нашей локальной среде этого нету, оно отсылает это все на SOSLAB, и вот видите, браузеры SOSLAB начинают работать, то есть 6 из них, видите, работают, то есть открываются браузеры в SOSLAB, и вы идете на платформу SOSLAB, можете посмотреть, как там этот тест происходит, как идет этот процесс, и видите, 6 браузеров в настоящее время работают, задействованы. Это сочетание позволит вам сэкономить время и ресурсы системы, чтобы не создавать все эти виртуальные машины на вашем локальном сервере, в вашей локальной среде. Вы просто
отсылайте все на SusLab, и все это делается там. Здесь мы в этой презентации я вам показывал, как использовать драйвер Selenium. И мы используем Selenium Grid, SusLab и Docker. И я надеюсь, что даже если вы ничего не знали про эти инструменты и сервисы до этого, то сейчас вы уже какое-то представление об этом получили и будете использовать. И вот пример кода, который я создал для вас специально. Я те же примеры использовал, когда записывал видео, которое вы видели. И он загружен в GitHub, и я также тот же код загрузил в GitLab, то есть вы этот код можете из GitLab тоже, если надо, взять. Так, я покажу вам какие демо еще. Это не конец, но если у вас уже сейчас есть вопросы, то, пожалуйста, спрашивайте. Или если потом у вас они появятся, то отсылайте свои комментарии, вопросы по электронной почте. Вот, можете на LinkedIn отсылать. И также мои презентации можете скачать. Все мои презентации можно будет скачать после конференции. Есть эти презентации на SlideShare загружены, но вроде бы здесь нельзя использовать SlideShare. Я просто всем говорил, что со SlideShare берите мои презентации. Оказалось, что здесь это не так удобно. Поэтому, ну, я загрузил их и на другие платформы, так что вы сможете скачать. В общем, я бы хотел вам сейчас показать то, как реально практически на браузере эту систему использовать. На реальном примере хочу вам показать. Вся документация. Если вы реально в теме, то можно вам потом показать в лобби. Так, всю информацию собрал с сайта, из моего предыдущего опыта, знаю, что это нужно. Но если нужно больше информации, то вы можете разобраться в деталях, подробностях. Вот этот источник можно использовать. This is the Selenium, это Selenium, which I was talking about, о котором я говорил раньше. And they have very, very nice documentation. Очень классные документы, все, что нужно, здесь все есть. Просто ищите в секции Documentation. И создатели этого софта очень отзывчивы, то есть можно задать вопрос, они быстро отвечают. И здесь много интересных обсуждений происходит. Можно заглянуть во вкладку обсуждения, и там есть канал в Selenium. Если есть какой-то вопрос, просто кликайте, и они очень быстро отвечают. Прямо вот буквально пару часов сразу ответ будет. Часто используемый, конечно, Docker, но может быть, конечно, на Google Cloud, Google Облако. Это даст вам возможность использовать и Grid, и Node, и все, что потом прилагается. Вот SauceLab. Сейчас. Yeah. This is the, да. All my experiments that I did. Вот мои эксперименты, которые я проводил уже раньше. Вся история тут хранится. Можно даже посмотреть, что я там делал в ходе вот этого прогона. Что здесь полезно? Это конфигурация платформы, platform configuration. Если вы хотите провести тесты вот где-то здесь, и вам нужен код, нужна программа, какие опции нам нужны, какие возможности нам нужны, можно зайти вот сюда. Platform configuration. Она, кстати, не загрузилась почему-то. Так, вот. Возможно, API. Выбираем Selenium. PC. Выбираем PC. Выбираем операционную систему. Например, Windows 10. Выбираем версию браузера. Если она загрузилась. Последняя версия вот этого браузера, скажем. Ну и все. И здесь сразу же программа сгенерировалась для вашего случая на разных языках. Просто копируете и вставляете. Понятно?
Продвинутая конфигурация, когда нужно что-то еще, если нам хотим сделать медленно, тогда можно здесь вот переконфигурировать, и если вы это сделаете, то здесь добавится что-то к конфигурации. И также можно выбрать разрешение, если вам нужно какое-то конкретное разрешение, и это разрешение тоже будет, оно будет передано в грид. Эту ссылку я тоже передам. Это MVC, Spring Guys это делает. Я использую это решение для того, чтобы показать это маленькое такое приложение, чтобы увеличить наглядность, более наглядно сделать. А вот коды. Ссылка в слайдах. Я надеюсь, что организатор поделится всеми слайдами после конференции. У меня есть здесь немножко документов. Это примеры, которые использовал я. Если вы хотите сами попробовать, то вот возьмите, пожалуйста, отсюда, загружаете и делаете. Это комментарии, это команды, которые можно сделать локально самому. И такой же пример есть и в GexLab. GexLab это в России, опять же, наверное, на Microsoft будет сложно зайти. Ну, практически все, наверное, и теперь я жду ваших вопросов. Пожалуйста, задавайте вопросы на русском языке. Давайте с Selenium запускался с SourceLabs. Окей. То есть команда докера как раз. This one? Да. Этот? Да, вот поддержка SourceLabs, она изначально уже из коробки в Selenium идет, ничего не надо, да? No, you don't need anything. Just ничего не надо. Просто вводите username, access key и все. Вход доступа тебе больше ничего не надо. Вот это переменная. То есть SourceLab сервис должен быть включен. Есть бесплатная проба, то есть можно попробовать им попользоваться бесплатно. Он дает два использования в течение два раза по 30 минут, то есть можно попробовать. Вы сможете понять, работает он или не работает. Если компания в этом заинтересована, тогда можно сразу связаться с поддержкой и сказать, что мы оцениваем ваш инструмент, нам нужно оценить. Они могут дать вам, допустим, пробный период на 3 дня, если вы компания, если вам действительно много будет нужно. Добрый день, спасибо за доклад. Вопрос следующий. Прежде чем использовать средства SourceLab, вы сравнивали скорость выполнения ваших тестов, если бы вы запускали на Windows виртуальные машины в своей инфраструктуре против SourceLab-овских удаленных виртуальных машин? I didn't do Я Windows вот этот на Mac'е не делал, потому что это было бы слишком сложно. Виртуальные машины вот эти каким-то образом туда загрузить. Как я говорю, скорее всего, будет сложно в локальной среде это реализовать на Windows. Это, мне кажется, не работает, по крайней мере, это мое мнение. Но сам тест может быть на 10% быстрее, если так. Я сравнил только Linux, Chrome на моем локальном хабе, затем отправил это в SourceLab. Шестой тест, там была разница в 10 секунд всего лишь, что на локальной среде. Если это важно, да, может быть, что-то получится. Нужно, конечно, понимать, что SourceLab работает на облаке, облако где-то далеко от вас находится, и там обеспечивается безопасность. То есть там время должно немножко, как бы на это нужно закладывать. Но, естественно, не нужно, здесь не нужно беспокоиться о сервисе, не нужно ничего поддерживать и обслуживать, просто она отправила, и она там тестирует. Hello. Hello. Thank you for your
Здравствуйте, спасибо за презентацию. Вопрос по поводу Solenoid. Знаете ли вы этот инструмент, знакомы с ним? И, может быть, расскажете, почему Selenium больше предпочтителен, чем Solenoid? Solenoid — это тот, который создан на Selenium, и там пишут тесты. Solenoid, или это тот поставщик услуг? Он дает сервис. Solenoid. Там можно проводить тесты на нескольких браузерах, как и в Selenium. Я стараюсь использовать что-то более чистое и исходное. Например, я использую Selenium веб-драйвер в Java или в Python или где-то еще. И мне не нравится, когда люди создают фасад и делают вид, как будто это просто. Для начинающих это очень удобно, или для компаний, для стартапов это очень хорошо. Это можно очень быстро протестировать, и дальше они же посмотрят, что еще можно делать. Я не знаю достаточно о сервисе, который вы упоминаете, но если вы спросите, почему ты используешь именно SourceLab, потому что SourceLab — это то, что поддерживается официальными средствами, официальными поставщиками, так же, как и Selenium поддерживается официальными поставщиками. Официальный комитет их поддерживает, Саймон Люк поддерживает, тот, кто работает в Selenium, поддерживает Selenium. Я использую самые известные, самые популярные. Я знаю, что есть Blazor, другие браузеры, которые тоже могут эффективно работать, но они немножко дешевле. Но я не знаю никакой информации, я не достаточно фактов. Есть India Best, а SourceLab — это американская компания. То есть если вы тестируете какой-то общественный став, то не важно, что там за безопасность, можно там на безопасность закрыть глаза. Но если вы тестируете что-то частное, где частные данные, где что-то есть такое секретное, то безопасность нас очень сильно волнует. Я посмотрю на этот инструмент, кстати, чуть позже. Я посмотрю, есть ли разница и что там за инструмент. Спасибо. Selenoid — это работает быстрее, чем Selenium. Чем Selenium? Ну, может и так. Ну, посмотрим. Вот теперь я заинтересовался, да. Я знаю, что Selenium, у него большие изображения, около тяжелое изображение, около 1 гигабайта. Это из-за того, что они создают видео, запись внутри программы. Они стараются обеспечить такой же сервис, как и SourceLab, как то есть там есть все. Все локально, что можно было делать. То есть там есть видеорекордер и VNC внутри. То есть если использовать официальные, таких как Selenium Official Images, тогда не будет возможности записи. То есть нужно будет убрать баги и посмотреть, использовать браузер, взять VNC, все установить, подсоединить. То есть много чего нужно будет сделать. А в Selenium просто загружаешь все вместе. И сразу можно использовать. Ну, если нужно какое-то большое изображение загрузить, конечно же, это займет какое-то время, понятное дело. И время проведения теста, я не знаю по поводу сопоставления времени проведения теста, но теперь я заинтересовался, я посмотрю ваше решение. Спасибо. Okay.